Что ты здесь делаешь? Хочу попросить тебя кое о чем. Порыбачишь со мной? Мне нравится. Я хочу многое с тобой обсудить. Давай. Ты потерял при Фермопилах все. Своих людей, жену, детей, Спарту. Думаешь, оно того стоило? Кто сейчас правит Грецией? Греки. Тогда мой ответ – да. Мама поведала мне о нашем роде и предках. Ты знал? Лишь то, что рассказала мать. Мы родились из величия, чтобы стать великими. Мир разделился на тех, кто хотел убить нас, и тех, кто последует за нами и к вратам Аида. Думаю, копье было целым, когда попало тебе в руки. Я был ребенком, когда мать вручила его мне, сказав, что копье – великое бремя, но… Ты готов. Здесь так спокойно. Кажется, клюет. Неси корзину, быстро! Дедушка, я... Ты пришел убить меня. Нас учили узнавать предателей, прежде чем они ударят. Для Персефоны ты враг, а мне нужна ее помощь. Если я не устраню врага... Вручи ей голову врага пострашнее. То страшнее тебя. А вообще есть кое-кто. Лазутчик. Я помог ему стать защитником Персефоны, но он действует против нее изнутри. Я опасен лишь для ее солдат на поле боя. В сердце Элизия проник лазутчик. Его труп должен ее успокоить. Спасибо, дед. Нужно рыбачить почаще.